Стартуем. У нас партия на Chess.com с Владимиром Селиверстовым. Это международный мастер из России. И первым ходом сводим D4. Попробуем сыграть каталон. Два нуля. Не торопимся отыгрывать пешку на c4. А вот теперь стоит задуматься, как же лучше согнать коня с b6 путем a4. Или, допустим, сыграть конь c3 и e4 с атакой в центре. Давайте выберем второй вариант. Попробуем сыграть на развитие. То, что у нас есть несколько лишних темпов. Может быть, это нам поможет где-то создать атаку. Ферзь e2. Ну, конечно, о пешке c4 забывать не стоит. Ее у нас тоже будет план скушать. Он c5. Есть вариант с d5 и дальше ладья d1. Но вроде защиты у него там хватает на первый взгляд. Сыграю-ка я ладья d1 сразу. Возможно, получится застать врасплох ферзя. Ферзь c7 или ферзь e8 должен играть. Есть какие-то ходы. Конь b5, слон d7. e5 продвинуть. Конь d5. Может быть, слон g5, с идеей слон f6 и потом e5. Тут есть конь e4 еще у него ход. Конь e4 неприятно весьма. Ладно, слон e3. Сильно мы, конечно, в дебюте отстали по времени. Нужно будет наверстывать. Может быть, ладья d2, ладья d1 сдвоится. Воспользоваться его неразвитостью. Пока он не вывел все свои фишки. Все равно хочется конем через b5 куда-то на d6 перелезть. Ладно, ладья d2, сдваиваемся. Полез на размен. Пусть сам меняется. А вот здесь у нас может получиться создать атаку после e5, конь d5, слон d5, f4. Хотя без белопольного слона будет тяжеловато, откровенно говоря. Пусть будет f4 сразу. Так, полез на ладью. Ладья f1. e5. Склоняюсь к тому, что жертва пешки не привела ни к чему хорошему. На c4 его пешку уже не отыграть, а наша атака как-то захлебывается немного. Правда, есть возможность через e4 перелезть, ферзь h5, как-то так. Но пока я f5. Может быть, f6 еще в атаку, в наглую на него переть. f6. Есть промежуток слон d5 и ef. Вот как-то так может получиться что-то создать. Агрессивно играем. Так, слон e3. А что если ферзь g4? Или взять сначала, например. Ферзь g4, время совсем не хватает. Забываю про время. Так, ладно, взял. Позиция у него тоже непростая. Заставляем его задуматься. Ферзь g4 или h5, на f7 давим. Хочу ладью через f4 перекинуть. Есть у нас, есть игра. Ставим проблемы сопернику. Причем серьезные.
если посмотреть на позицию. Не так-то просто здесь черным защититься. Какая закрученная игра. Так, слон h6 у меня еще есть вылазка. Похоже, это близко к выигранной позиции, но мало времени для реализации. Не вижу четкого выигрыша. Ферзь g7. Чтобы король пока не убежал. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот этот ход был неудачный. Ладья сюда. Забрал. Хочу ладья f2. Так, ладья f3, слон g5 может быть есть. Усложняем. Мат хочу поставить. Взял. Сюда. Конь e6. Так, куда же тут играть? Сюда пошел. Предход. Взял. Сюда шах. Ай-яй-яй, вот этот ход лишний. Матец. Обидно, что сказать. Хорошая была партия, атаковали.